Откладывать нужно каждый раз при получении денег. На государственную пенсию надеяться нелепо, на достойную государственную пенсию. Поэтому единственный шанс, который есть у нас сейчас, это сформировать какой-то резервный капитал. Поэтому деньги надо откладывать. У тебя обязательно должны быть деньги в наличных у тебя должна быть какие-то накопления на банковских счетах, возможно, в недвижимости, потому что это твой пенсионный капитал, или, если хочешь, это твой родовой капитал, который обеспечит тебе завтра твою жизнь, тогда, когда у тебя не будет возможности работать активно. Поэтому капитал нужно формировать сейчас, откладывать средства нужно сейчас и вкладывать их нужно сейчас, пока ты в активном периоде жизни. Обязательно нужно выбирать какие-то инструменты и обязательно использовать диверсификацию, то есть раскладывая яйца по разным корзинам. Нелепо держать деньги только в банке или только в недвижимости, или только в наличных. Их надо раскладывать в разные места, в разные инструменты. Есть возможность хранить в банке, храни в банке. Есть возможность в рублях, в рублях, в долларах, в долларах, в евро, в евро, в евро. Лучше и так, и так, и так. Есть возможность вкладывать в инвестиционную компанию. Проверяй, вкладывай, но не все. Всегда по чуть-чуть в одну компанию, во вторую компанию. Есть возможность купить кусок земли. Купи, он никуда не денется, но не все деньги, не все свои средства. Это тебе обеспечит твою стабильность, потому что на двух ногах стоять гораздо стабильнее, чем балансировать на одной, раскладывая яйца по разным корзинам. Диверсифицируй свои сбережения и обязательно формируй свои сбережения. Купи кусок земли. В конце концов, он никуда не денется. Вложи деньги в банк, вложи деньги в инвестиционную компанию, сформируй какую-то наличность, которая обеспечит тебе первый месяц, два или полгода проживания, в случае чего у тебя должны быть обязательно накопления, у тебя должен быть резерв. Это обеспечит твое будущее, это обеспечит твой пенсионный капитал. Откладывать в свой резервный фонд нужны деньги с каждого твоего дохода, с каждой зарплаты. И откладывать у кого какие возможности. Кто-то откладывает 10%, а кто-то откладывает 30%, я таких тоже знаю. Но какова твоя цель? Какой у тебя возраст? Но ну, откладывать надо сразу. Нельзя это откладывать на потом.